Надеюсь, сегодня мы похлопаем команде «Инфиниум» за чудесный «Слава Богу». Человек придёшь здесь! А мне что, память плохо, нет? Спасибо. В общем, чтобы найти новых героев, нам понадобится помощь геройской суперкоалиции. В ней состоят самые лучшие из лучших. И только с их одобрения мы можем найти себе нового героя. А теперь поприветствуем наше высококомпетентное жюри. Да-да-да, аплодисменты, аплодисменты. А начнем мы с жюри конкурса «Данси-дансо». Итак, под номером один вы все прекрасно знаете этого человека. Это лауреат множества сибирских фестивалей в номинации «Дансу» Энви. Профессиональный танцор и хореограф-постановщик. Декларированный педагог и судья общероссийской танцевальной организации. Это все Эли Сафир. Аплодисменты. Организатор и куратор конкурса Asian Dance на фестивале Акино Юме. Вы все его знаете, все его любите. Фил! Итак, помаленьку мы добрались до жюри Дизеле. Многократный победитель множества сибирских фестивалей в номинации Дизеле и просто очень милая девушка. Аплодисменты Рил! Организатор и ведущий фестиваля Акино Юме и просто хороший парень. Ора! И последний в этом списке, но не по значению. За 3 года косплей стал победителем таких фестивалей, как Мацури, СОС, Харуна Матата, Фумока. Я могу продолжать этот список бесконечно. Аплодисменты! Димейл! Уважаемые председатели геройской коалиции, мы надеемся на вашу помощь, что вы поможете нам найти настоящих героев. Еще раз аплодисменты нашей геройской коалиции. Козлоди, да я полетел! Дамы и господа, мы начинаем конкурс караоке. Участник под номером 1. Эвертинос. Fancy the Impossible. Аплодисменты! Don't sleep thinking through. It's only the truth.
nous ont détruits de vie dessus. Sans douce folie, sans poésie, la pluie au fil de vie sans fin. Fille d'un autre joyeux parti. Еще немножко, еще больше аплодисментов участникам полномочия. Первый у нас фокусы караоке. Не будем долго останавливаться, двинули дальше. А дальше у нас сценический косплей. А почему такие ребята? Поприветствуем аплодисменты. Команду Present Day. С их выступлением ВОП Легион. Идет 34-й год от открытия портала, распонутые острова. Небесный город магов Даларан. Орда и Альянс поддерживают шаткое перемирие, пытаясь противостоять нарастающей мощи пылающего региона. Чтобы узнать слабые стороны их обороны, в логово демонов были отправлены разведчики. Не теряя надежды, что разведчики еще живы, совет магов отправляет на их поиски и передает охотников на демонов. Если честно, когда эти полудемоны пытаются шутить, меня бросает в дрожь. Да, я тоже не могу себя заставить доверять им.
Но они ценные союзники и к тому же не раз доказали, что этого доверия заслуживают. Вечный пленник, сейчас он ослаб, осталось только развязать ему язык. Говорите, что вы устроили на западном берегу? Портал или тренировочный лагерь? Скоро узнаете. Только будет уже поздно. Ваш мир обратится в пепел. Будет такого места, где вы могли появиться. Вы никогда не победите нас. Нас много. И именно легион. Скажи, где наши люди? И что вы с ними сделали? Да на что они годятся? Ваши люди. Они могут только гореть. Замолкни, демон, и за вас страдают невинные народы, а мы превратились в изгоев. Такие, как ты, не имеют права на существование. Скоро все изменится. Навсегда. Стойте, я поняла. У них там реактор душ. Без энергии. Это могло бы дать необходимую передышку нашим войскам. Мне нужна ваша помощь, леди. Мы должны разрушить реактор и по возможности освободить тех, кто еще жив. Вы должны это сделать. Вы со мной? Мы поддержим ваши мечи магии. За Азерот. Да, за Азерот. Предлагаю обсудить наш план действий в более спокойном месте. Встречаем аплодисментами участника под номером 1. Команда Twinkle.
конкурс «Танцу-танцу». Но еще, еще, еще погромче, еще. Встречаем так же громко, так же тепло и приветливо участника под номером 2, команда Rhythm Nation. Idols.
спасительным закончился первый блок 2017-го. И еще раз поаплодируем всем участникам этого конкурса. И мы начинаем конкурс группового альтернативного дефиле. Встречаем участников под номером один. Фриск Омега Флауи Андертейл. Work it all the time. Jump in the night, rock your body up.
участник под номером 3. Робби, Венди, Диппер, Гравити Фолз. Why can't I find you? Why can't I?
У вас такие щуки? Я знаю. Волосатые? Нет. Вы жирные? Вонючие? У меня прыщи? Нет. Они теплые. Участников этого прекрасного конкурса вновь на сцену. Давайте еще раз на них посмотрим и еще раз поаплодируем. Итак, встречаем. Участник под номером 1, Крис Амегафлавы, Андертейл. Участник под номером 2, Лидия, Битлджус. Участник под номером 3, Робби, Венди, Дибер, Гравити Фолз. Участник под номером 4, Леди Баг, Шатнуаз, Миракулас Леди Баг. Участник под номером 5, Рич, Синди Лу, Рич, победитель без прав. И участник под номером 6, Лондон Макар, Лондон Сильвия, Лондон Оуэн Йондер. Аплодисменты, аплодисменты. Не затихаем ни на минуту, ребята. Оставим наших участников самыми теплыми, самыми замечательными аплодисментами. Они это заслужили. Ну же, еще громче. Провожаем.
Конкурс «Караоке». Участник под номером 2. Минам. Ильяшек, ну скажи, когда фокусник
ощущение, как будто его фарш добавили мясо. Даже не знаю, как же нам теперь быть? Я не позволю ему победить, покуда бьется мое луковое сердце. Я буду сражаться. Иляшек, что с тобой? Вот последняя битва. Меня утомила. Ну, раз утомила, ну, привет, отдохни. Вот что я тебя, укройся. О, точно. Как раз вовремя. Эй, мы с вами не так близко знакомы. Да кто вы? Кто это сказал? Я здесь. Ты что такое? Я защитник всех. Я накрою всех своим одеялком. Наш герой только что купил новый музыкальник для своего любимого одеяла, но внезапно молния ударила прямо в пакет с покупкой. В результате сложной биохимической реакции наш герой слился воедино с пододеяльником, и теперь он суперзащитник человечества от одеялка. А! Ты что делаешь? Что там происходит? Беляшек, ты что сделал? Твоя нога! Беляшек, посмотри, нога! Я излечил вас! Благодарности не нужно! Так ты тоже супергерой? Да, я защитник всех, кого можно защитить. Ну и, конечно же, вас, хватит. Я супер-одеялка! Супер-одеялка? Да. Ты имеешь суперсилы. Ты должен вступить в наши ряды и сражаться вместе с нами со злом. Ну, вступай! Вступай! И я подумаю, но... Да, я вступлю. Ребят, я с вами. Да, нас теперь больше. Пойдем, Эдуард! Мы нашли нового героя! Мы победим выпускника! Дамы и господа, мы начинаем конкурс группового дефиле. Участник под номером 1. Акабане Карма, Шиота Нагиса, Ансацу Кёшицу, аплодисменты! You just want
Наруто. Thank you.
Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. И даже громко-громко встречаем участников под номером 7. Эль Ягами Лайн, тетрадь Смазки. Как ты считаешь? Эй, Юзаки. Больно же. Юзаки, хватит. Похоже, ты просто из упрямства не желаешь смириться с тем, что Кира оказался не я. Видимо, я не так выразился. Пойми, мы сами можем пострадать, если будем активно действовать. В таком случае нам его никогда не поймать. Ведь уже пострадало столько невинных людей. А ты зря держал в заключении Мису и меня. Я знаю. Но поверь, у меня были причины. Я переживаю не из-за своей ошибки. Ты, Ягами Лайн, был Кирой, а Амана Ми со вторым Кирой. Но пока это лишь догадки. Я обычный человек, а человеку свойственно ошибаться. Ну вот опять. Ты говоришь так, словно не желаешь смириться с тем, что Кира оказался не я. Я не могу смириться с тем, что ты не Кира. Возможно, и так. Наверное, ты прав. Я очень хотел, чтобы ты оказался Кирой. Око за око. И зуб за зуб. И я тоже умер. Под номером 8. Кацуки Бакуго. Изуки Мидория. Боку первого армения. И будем перейти. Не спеши, не спеши. Я скажу, как вы сегодня. Ребят, мы готовы? Они готовы. Итак, участник под номером 8. Встречаем аплодисментами.